Документальные проекты о тех, кто так или иначе не вписывался в общество, будь то узники фашистских концлагерей, разоренные потомки властных династий или репрессированные, всегда представляли особый интерес. Сегодня мы покажем уникальный материал. В его основе 4 тома уголовного дела, которые до сих пор хранятся в архивах Управления Федеральной службы безопасности по Рязанской области. Архивные дела о репрессированных долгое время были засекречены. Спустя десятки лет стало возможным пролить свет на истории тех, кого считали врагами народа, раскулачивали и ссылали в Сибирь. Понятно, что тогда условия предпосылки диктовало само советское время. Уголовные дела строились в основном на показаниях тех, кто был не очень честолюбив и часто просто выгораживал себя, оговаривая знакомых и сослуживцев. Спустя десятки лет сотрудники Управления Федеральной службы безопасности снова подняли пожелтевшие папки, чтобы напомнить людям о судьбах некогда осужденных. Мы недаром остановились у здания Рязанского художественного училища. Вот уже несколько лет на нем висит табличка с именем известного ученого, исследователя и художника Георгия Карловича Вагнера. Одни называли его верным другом и интеллигентом, другие – предателем и разрушителем советской власти. Нам повезло, мы нашли тех, кому есть что сказать о Вагнере. Он был просто нормальный человек, нормально мыслящий, не зашоренный вот и не халуй системы, просто нормально мыслящий человек. Для меня образ, я бы сказал, счастливого человека. Его воспринимают как, так сказать, ну, трагическое явление какого-то произвола и несчастья, и всех этих благов. Для меня нет. Вообще эпиграфом ко всей его жизни можно сказать его же словами: «Я слишком много страдал, чтобы делать людям зло». Георгий Вагнер родился в августе 1908 года, практически в самом центре тогда еще Рязанской губернии. Это к слову о том, что в течение жизни ученого не раз упрекнут в немецких корнях. Мол, чего ждать от человека с менталитетом фашиста в крови? Впрочем, те, кому довелось общаться с Вагнером лично, этот вопрос воспринимают чуть ли не в штыки. Очень русский, очень православный, он был человек верующий. Во-первых, ведь он был столбовой дворянин, это надо всегда учитывать. И второе, это был просто ведь немец, потомок Рихарда Вагнера, немецкого известного композитора. Отец-то его был налоговым инспектором, или как тогда называли, податным инспектором в Спасске. Он, так сказать, рассуждая о своем происхождении, очень долго и сложно тут, заканчивает так. Итак, я двоюродный правнук Рихарда Вагнера и двоюродный правнук Василия Михайловича Головнина. В иное время это могло что-либо значить, но в наше время ничего. К тому же ни я, ни кто-либо из следующих в этом вопросе никогда не афишировали. Проще говоря, не спекулировали на этом. К примеру, иных, так и остался Вагнером и только. Он себе считал русским, он себе считал именно потомком Макария Колязинского преподобного. Вот. И он был чисто русским человеком. Потому что у него, он всю свою жизнь и детство провел у дедушки в Осадах. Его считали одним из самых крупных ученых-исследователей культуры и искусства Древней Руси. За свою жизнь Вагнер успел стать доктором искусствоведения и лауреатом Государственной премии Советского Союза. Да-да, именно той самой страны, которая дважды ссылала его на каторгу за антисоветские взгляды и убеждения. Они, правда, имели место, но, возможно, так и остались бы просто личным мнением, если бы не систематические доносы. Но обо всем по порядку. После Спасской средней школы Вагнер поступает в Рязанский художественно-педагогический техникум, по окончании которого остается здесь же преподавать по живописи, рисунку, цветоведению и социологии искусства и одновременно учится на заочном отделении высших музейных курсов Наркомпроса, а также работает в Рязанском художественном музее. Когда я предложил назвать училище именем Вагнера, а были разные предложения, Архипов, Малявин, а я предложил Вагнера.
было очень много противников. И только из-за фамилии. 15 сентября 1932 года он уволится из техникума и начнет сотрудничество с Рязанским базовым краеведческим музеем. Сначала внештатно, а с марта 1933 года уже в должности заведующего художественной частью. В этом здании он не работал. Он преподавал в художественном училище, которое располагалось в другом здании. Но в этом здании он бывал и не раз. 17 августа 1933 года газета «Рабочая Москва» опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», в которой говорилось, что через два дня, 19 августа, строительные организации приступят к сносу башни и 1 октября очистят площадь. Ряд известных архитекторов и академиков написали открытое письмо самому Сталину, а также первому секретарю Московского комитета ВКПБ, в котором черным по белому указывалось на ошибочность и поспешность решения. Постановление принималось, отменялось и пересматривалось несколько раз. Но что характерно, из всех заступников исторического памятника, а таких было немало, в черный список НКВД попали единицы, в том числе и Вагнер. И вот он сказал в одном из своих выступлений, что было большой нелепостью закрывать и сносить Сухареву башню и уничтожать храм Христа Спасителя. Те, кто слушал его, вот одна из них написала донос в НКВД, и дальше уже, собственно говоря, закрутилась эта машина. Вагнер попал в эту мясорубку, попал бы в любом случае из-за своего происхождения, это раз. А дальше он уже мог быть за, мог быть против сноса Сухаревой башни. Это уже, так сказать, один из поводов для его ареста. Вот. И выбирали, как мне кажется, вот лучших людей. Георгий Вагнер оказался чужим везде. Эмигрировать в Германию? Зачем? Не зная языка, не разделяя менталитета. С другой стороны, в России любой поступок были готовы расценивать как предательство. Везде наполовину. Только близкие друзья не обращали внимания на происхождение художника. Вот он отмечал, что во время Первой мировой войны, когда вроде бы был высокий патриотизм в народе, все. Но вот, говорит, мы, полунемцы, не чувствовали себя, говорит, ущемленными в России. Вот, самые, говорит, была такая, говорит, ну, ребятишки бегали за моим отцом и кричали: «Немец, перец, колбаса». У нас многие были бывшие, так сказать, заключенные, еще что-то, со мной учились, и вместе. Никогда никто никого не попрекал. Да не было этого. У нас в доме в детстве, я вспоминаю, что некоторые иногда были, так сказать, семейства, так сказать, врагов народа. Чтобы, так сказать, изменилось отношение к детям и к моим месяцам. Этого не было. Вот они, 4 тома уголовного дела, с которых относительно недавно сняли гриф секретности. Среди пожелтевших страниц не так уж и много о главном фигуранте. Одна фотография, протоколы ареста, скудный список изъятых вещей и показания обвиняемого. Остальное – заявление, обвинение и бесконечные печати и подписи. Допрос вот еще первого ареста. Как он вспоминает? Как он вспоминает? Следователь, вы настроены антисоветски, высказывались оскорбительно в адрес руководителя партии и правительства. Вагнер. Я не ругался в адрес представителей партии и правительства. Это не в моих правилах. Я не мог высказываться резко в адрес тех, кто не соблюдал закон об охране памятников архитектуры. Ведь нарушение закона недопустимо. Следователь, вы ругали Кагановича. Вагнер, я не ругал Кагановича. Я протестовал против сноса Сухаревой башни Красных ворот в Москве. Я тогда не знал, что все это было сделано по распоряжению Кагановича. Вагнер в преступлениях себя виновным не признавал, однако данный факт подтверждается показанием других обвиняемых. Эти бесконечные доносы и лягут в основу обвинительного заключения. А много позже, что тоже вполне характерно для России, они же станут доказательствами невиновности арестанта, как недостаточное основание для заключения. Фамилии остальных фигурантов дела в самом управлении ФСБ вслух не произносят до сих пор. Скорее, из этических соображений. Городок маленький, родственников много.
Но имеет ли это смысл, если уже в первые дни ареста и Вагнер, и его коллеги либо знали, либо догадывались, кто отправляет художника в ссылку? Эта тема больше никогда не поднималась в окружении Вагнера. Он знал и говорит: я просто не хочу о них говорить. Они, говорит, уже ушли в мир иной, царство им небесное. Но, конечно, говорит, суд Божий – это, говорит, не суд человеческий. Многие из тех, кто дает здесь показания в данном деле, они с ним именно непосредственно работали. И вообще, как один из основателей, скажем, этой группировки, собственно, как он вышел на Вагнера, они вместе сотрудничали именно по художественному музею. Они пересекались, в итоге чего они познакомились, обменивались различными информацией в доверительной личной беседе о том, что делились, видимо, своими суждениями о том, что советская власть нынче нехороша. И впоследствии поэтому один из организаторов Вагнеру предложил вступить в группировку. Опять же, зная как бы человеческую сущность, трудно сказать, что это было настолько там все дословно. Это была страна, где даже думать не как все было опасно для жизни. Возможно, поэтому поступки Вагнера сегодня многие называют не антисоветскими, а просто мужскими. От одного из допрошенных по уголовному делу он говорит следующее, что я подтверждаю, что Вагнер и другие участники данной группировки, будучи антисоветски настроенными, повседневно вели разговоры контрреволюционного содержания, подвергая резкой критике мероприятия партии и советской власти. Вагнер особенно резко осуждал коллективизацию сельского хозяйства. Были самые разные истории во время его обучения. Вот он вспоминает, что, например, зимой 29-30 года бригаду из учеников техникума, в которую включили и меня, послали в Сапожковский район Рязанской области, где очень туго шло дело с коллективизацией. Мои товарищи-комсомольцы занимались агитацией, я рисовал плакаты, писал лозунги. Дело не продвигалось. Когда однажды меня включили в комиссию по описанию имущества местного священника, я не выдержал и под предлогом явки в военкомат дезертировал. Уж очень неприглядным выглядело это позорное раскулачивание. Так жила вся страна – в смятении, неведении, чего ожидать завтра, и в страхе. Это сегодня друзья Вагнера полностью поддерживают его взгляды. Тогда же многие предпочитали не бунтовать против политического течения и не рисковать семейным благополучием. Свою точку зрения можно по-разному высказывать, опять же. Как это было, мы не знаем, трудно сказать. Может быть, это где-то на самом деле проскакивали у него какие-то антисоветские изречения, мысли и бунтарские, скажем, такие предпосылки. А может быть, на самом деле это просто было где-то на кухне. Опять же, мы не знаем, что это были за его знакомые, насколько они были доброжелатели. Бывает такое, что один человек тянет за собой и все, что рядом. Центр той самой организации находился в Москве. Ее отросток в Рязани проходил как молодежная секция. Так как из 13 человек старшему было 44 года, остальным от 24 до 28 лет. Там речь шла даже о вооруженных восстаниях, которые впоследствии могли бы привести к смене власти. То есть достаточно это была серьезная группировка, которая имела место быть и начала она создаваться в Московской области, сюда постепенно-постепенно она перебиралась. Что же получается? С одной стороны, Вагнер – этакий интеллигент-полукровка, которому только из-за фамилии следовало бы держаться скромнее. С другой – идейный вдохновитель с русской бунтарской душой. Так ли уж невинно пострадал? Недаром же говорят, что дыма без огня не бывает. В чем обвиняли? Что Вагнер вполне разделял мои взгляды, резко осуждал советскую систему, заявляя, что существующая советская власть является временной, и рано или поздно советская власть будет свергнута, уничтожена. Вагнера арестуют в 1937-м приказом НКВД по Московской области по статье, цитата, «пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву, ослаблению советской власти или совершению отдельных контрреволюционных преступлений». Конец цитаты.